Я лучше никого благодарить не буду, как раньше. Хотел поблагодарить, уже кто-то обиделся. Ну, пипец. Время, когда кто-то постоянно обижается. Что, стоит тебе палец показать, кто-нибудь скажет, а я, типа, фанат двух пальцев. Два пальца, ты перебор. Нет, это тоже как-то не очень звучало. Я не то хотел сказать. Теперь просто сидим и ждем, пока здоровье восполнится, окей? Так. Какая же ты скотина! Я же был в стелсе, у меня же прокачана скрытность! Настоятельно советую тебе согласиться. Нет, второй вариант ответов — это не наш выбор. О, кулаками? Серьезно? На кулаках? Гулаг на кулаках? Гулаг на кулаках. Иди сюда, ты! Сейчас у него ган окажется. Так, тебе, кстати, никто не летит. Или летит? Да, 30 человек упало. А, не, ну я далековато был в 5 километрах, чё? Я понял. Кто парашют складывал? Дима, насколько у тебя жесткий диск? Блять. По жесткости или почему? Насколько твой диск жесткий, Дима? Это же простой вопрос. К этому пиздецу, который сейчас будет. Я же простое спросил, типа, насколько жесткий у тебя... Жесткий или SSD? Что ты хочешь? Жесткий ли у тебя диск? А чё, у тебя SSD мягкий, что ли, я не пойму? SSD не жесткий, да, он нежный. Он любит мягенько. Всё, да, мне уже посрать, реально. Сходи. Подождем. Кого? А зачем ты вообще об этом спрашиваешь? Зачем? Мне просто посрать, интересно, блядь. Сколько... У него жесткий диск. Дима на вертолете вытаскивает кишки. Ёбнутый там, что ли? Такое петь, блядь. Мне выпали из сундука двойные револьверы. У меня выпали жопы. Блять, надо этот, я помолчу, ладно? Там, блядь, сам себя орнул такой. Хуй знает. Там реально игра про какой-то шлюх. Я тебе отвечаю. Игра про шлюх? Винкс? Да. Винкс. Ну, тупо какие-то это самые ходят. Мама, ну, когда я вырасту, я стану как Винкс. Мама! Одной шлюхи в доме много. Перебор, Дима. Так она, может быть, про свою мать говорила. Блять, ну вообще-то да. Зачем ты уточнил вообще, боже. Как дела, Дима? Покойся. А что ты... Возьми другую какую-нибудь одежду. Ебался, блять. Как пьяный до радио. У них есть какое-то, знаешь, такое ощущение того, что они что-то... Ну хуй есть. What the fuck? Чего ты, блять? Ты это видел? Да. Да, падаем туда же, ну все, пойдем да, да, дальше, а дальше команда. Я побегаю за вами, да. Ламбер убит. Такой ламбер. Подлый хуй. Ну, мне так было. Мерзкий хуй. Дима, там было... На английском языке нам показывали, что, мол, Геральт не умеет стихи, поэтому стих звучал «Ламберт, Ламберт, вот и прик». What a prick, да. Да. А в русском взяли и все-таки сделали стишок при этом. Как будто он умеет стихи. Да, да. Запоминай. А что вы выебываете, я не понимаю. Мы из Тет, ты понимаешь? Нам похуй. Мы из Тет. А на польском как тогда, блядь, там было? Бжебжи, бжебжи. Что-то дальше забыл. Ламбер, ламбер, бжебжи, бжебжи. Осуждаю, Дима. Да, нельзя так говорить, что. Ой, я бинокль поднял. Извини, я не могу с этого. Что, на крыше? Казалось. Алло, блядь! Ну куда ты забежал-то, алло? Так убиться можно. Туда иди, смотри, здесь у нас капкан. Это твой капкан, твой. Что, крэзи? Придурок! А, блин, я сам такой же! А, походу. Нет! 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 Придурок! Сюда иди, полудурочный. Блядь! Нет! Ты что, прикалываешься? Вот ты сейчас прикололся, да? Ты как это сделал вообще? На секунду, посмотрите, я смотрел не в игру просто. Давайте мы, знаете, что попробуем? Есть мнение, что это может сработать. Это верняк на самом деле.
Блядь, вставай! 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 Да блядь, вставай! Испугались? Подожди, ну я попробуем вот так вот. Ты, конечно, понимаю, эротично, но... Например, ну, вот здесь вот так вот сесть, и так вот... Ебанутая игра, реально. Вот эти вот предметы, которые сами перемещаются с быстрых слотов на другие, это да. 6 часов отборнейшего геймплея. Скотина, блядь. Простите, я больше не буду материться. Я думаю, твоя, спасибо, да, ты была отличная схватка. Ты еще не веришь, откуда у тебя эта сила? У меня. Это магия, фей, ты больная ею. Шо, правда? Котенький, ты значит, что ты поедешь со мной в фею, кого, блядь? В мире магии, это в школу для фей. Ты знаешь больше о своих силах там. Значит, прекрасно, но меня не отпустят. Конечно, отпустят. Никто не говорит ничего. Кому? Мне, кому же еще? Я думаю, у Блум будет замечательный год. Мама, хорошо, проведи время. Конечно, проведет. Я... Кико, ты кролик, не разговаривай. Давай, погнали. Блять, я не знаю. Это все нормально. Мне хватит времени. Финиш. Так, хорошо, финиш, это хорошо. Итоги, звезды Фей 39. А сколько надо? К сожалению, ты не управилась по времени, но думаю, немного практики. Слышишь, ты себя, ты сама попробовала бы? Так, пускай меня обратно туда. Сейчас мы покажем вам, как это работает. Если она меня не похвалит в следующий раз, я возьму вот это вот бревно, короче, и убью ее. Просто буду бить ее, пока не останется кровавое месиво. Я закончила. Только попробуй не похвалить. Ты не управилась по... Слушай, это игра для детей. Ну-ка, иди сюда. Я не понял. Я типа поставил рекорд. 474 это лучший. Смотри, и она, если она сейчас мне скажет, что 474 это мало и это плохо, я ее выкину в окно. Окна, как вы знаете, в нашей дурке нету, поэтому я буду бить ее головой, пока окно не появится. Смотри, смотри. Сышка страшно. Правильно, блядь. Ой, прости, что-то я не могу. Я опять начинаю материться с этой игрой. Умные игры. Спасибо за попытку, Блум. Нихера себе. Я даже что-то подвис. Думаю, подожди, мне же ящик должны были дать. Так. И все равно к ящику все свелось. Так, теперь смотри. Просто смотри и запоминай. Вот так вот мы не можем сделать, вот так уже можем. Смотри. Берешь. По колено в говне. По болотам ходили сослуживцы и я. А потом угодили прямо жабе в язык. Я стрелял розенганом. И напарник с наганом меня прикрывал. КГБ. Прости, чат. Чат, признавайся, кто из вас озвучил? Ты умерла, маленькая принцесса. Я больше не буду сыграть в эту гребаную игру. Не рассчитывайте на это. Да нет! Ладно. О! О, нет! Ебать! Спасибо. Да вылези куда только, не вниз к нему, он же сломает тебя быстро.
Можно стать феечкой вина? Конечно, можно. У нас вчера как раз, кстати, Даша, когда-то уже уснула, а я лежал на диване и играл в персону. Я тебе говорю, Даша, слышишь? А ты спишь, ты уже уснула. Там, говорю, под окном феечка вина ходит одна. Или водки, я не знаю. Я говорю, слышишь? А ты не отвечаешь. И она такая, Прекрасное создание. Волшебное. С чего взять? Я застрял. Ну иди направо, я не знаю. О, нет, направо. Ну прыгни там. О боже мой, опять. Камеру подвинь, ты что, прикалываешься? Ты имеешь в виду вот, ну, типа вот эта вот камера, которая временами просто не хочет поворачиваться, а вообще поворачивается вот с такой скоростью, да? Вот так вот. А вот сюда, вот теперь направо я повернуть камеру не могу, смотри, видишь, я силюсь. Она не повернется. Налево она повернется вот до сюда. Зато я могу сделать вот так вид от первого лица, и потом вот так вот вот. О, боже мой. Просто молча смотрим. Камера просто взяла. Камера просто говорит, пошел как ты нахуй. У нас проблема. Нет, ладно. Так, будем ее обузить, короче. Судя по всему, тактика найдена. А, какая? Так, все, да, да. Ага. Новый уровень сложности. Открой. Муха-цокотуха. Когда ты въебываешься, делай это хотя бы не там, где тебя пытаются убить. Три попадания, норм. Все, все хорошо? Обидно было, пора спать. Давай спать. Наконец-то, я думал, и мы не замолкнем. Finally, I thought you'd never shut up. Вот эти вот его замирания на секунды две такие. Ну и ладно. Ладно, короче, спасибо всем за внимание и спасибо за поддержку, теплые слова. И всем пока, guys. Всем пока. Nightmare!